Минсельхоз Чувашии рассмотрел и одобрил инвестиционный проект модернизации, реконструкции и строительства молочного завода. Чебоксарскому городскому молочному заводу «Быть» накануне правительство республики и руководство предприятия подписали соглашение, согласно которому завод получит более 1 миллиарда рублей на возобновление работы. Средства направят на строительство, модернизацию и реконструкцию. В планах создать около 100 новых рабочих мест. Сроки реализации инвестиционного проекта – 5 лет.